Добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад, что вы пришли в этот клуб послушать мою новую программу, которую я сделал с совершенно замечательными музыкантами, которая называется «Фортуна Брас Бэнд». И я посвятил вот эту программу такой, в общем-то, теме необычной, но, тем не менее, всегда актуальной. Я, перед тем, как я позову на сцену моих новых друзей, я бы хотел в двух словах как-то описать ситуацию с самого начала появления джаза. Это произошло где-то в 10-е годы, в начале века, и вызвало страшное недовольство у элиты американского общества, которое называется ВАСПы, то есть это белые англосаксы-протестанты, white англосакс-протестант, вот так. Этот класс, он и до сих пор правящий класс, хотя они уже немножко смягчились, скрывают свои неприязни ко всем остальным, кто не является англосаксами, протестантами и белыми. А вот в то время они были настолько уверены вообще в своей вообще правоте, что когда они увидели, что вдруг появилось искусство, исходящее от негров, которых они за людей не считали, и что сразу это стало популярным среди латиносов, которых они тоже за людей не считали, и когда подключились к этому и евреи, и итальянцы, и, не дай бог, ирландцы еще, я уж не говорю про китайцев, корейцев там и прочих желтых людей, они впали в панику просто. Потому что для них вот все перечисленные мной, даже не все, а какая-то часть людей, это были либо люди второго сорта, либо просто недочеловеки, такие как негры. И они не скрывали этого, хотя расизм был давно уже отменен, но он все равно продолжал существовать, и сегрегация, она была очень мощной. И вот началась такая планомерная борьба с джазом, а джаз тогда был танцевальным, и, собственно, стали бороться именно с джазовыми танцами, потому что вот эти танцплощадки, дэнсинги, они являлись местом, где смешивались вот все эти люди, причем они с ужасом видели, что их дети ходят танцевать вот в эти танцплощадки, и там танцуют вместе с неграми, с итальянцами, с китайцами. Это было самое страшное потрясение. И они взялись, в общем, запрещать это все. Я не буду долго рассказывать, скажу только, что Генри Форд, который был известен своим таким явным антисемитизмом, он написал тогда книгу такую антисемитскую, и он тут же создал фонд борьбы с джазовыми танцами и стал бороться с этим явлением. Более того, уж такой, казалось бы, прогрессивный человек, как Томас Эдисон, изобретатель вообще и лампочки накаливания, и электрофоны, и так далее, он возглавил тоже борьбу и тоже создал фонд. И масса других людей подключились вообще к этому процессу. Ну и, в общем, все равно эта борьба была проиграна, потому что Америка — страна, где если появляется спрос, то и предложение, и у них ничего не вышло. И вот на этом фоне вдруг возникает совершенно неожиданно для всех, с
сухой закон. Значит, он, я вам сейчас просто зачитаю то, что я из интернета сделал. Это национальный запрет на продажу, производство и транспортировку алкоголя, который действовал в Соединенных Штатах Америки с 20 по 33 год. Сухое движение, вот то самое, которое как раз организовало, оно возглавлялось сельскими протестантами. Представляете себе? Это не просто были ВАСП, это были еще сельские ВАСП. Причем они, обе партии, демократическую, там, все, они входили туда, и они, их поддерживала антисалунная лига, такая была, против салунов. И запрет на алкоголь был отменен только после ратификации 21-й поправки, которая отменила 18-ю поправку и была принята 5 декабря 1933 года. Но эффективное соблюдение запрета на алкоголь в эру сухого закона оказалось очень трудным и привело к огромному росту числа преступных организаций. Значит, самым главным последствием этого акта было возникновение разных видов мафий и криминальных группировок, которые занимались и производством, и распространением, и содержали подпольные разные точки, где можно было это вообще выпить. И это привело еще и к возникновению колоссальной коррупции среди высоких чинов в полиции, которых они закупали. То есть возникла такая коррупция в то время, которая сейчас наблюдается даже у нас. И вот, как ни странно, это вот сухой закон, он имел целый ряд положительных моментов. Он способствовал развитию джаза в Соединенных Штатах Америки. Вот небольшие факты. В 25-м году город Чикаго находился фактически во власти гангстеров. И они не очень церемонились с джазменами, тем более с чернокожими. Особенное удовольствие мафиози получали от стрельбы по контрабасу. Иногда дело доходило до выяснения отношений между разными группировками, и тогда музыкантам просто приходилось спасаться бегством. Луи Армстронг, игравший тогда на трубе в ансамбле своей жены Лил Харлин, старался беспрекословно исполнять все заказы вооруженных мафиози. Но гангстеры, в общем, ему покровительствовали, подкидывали ему деньжат, но перейти в какой-либо другой клуб без санкции главаря банды Армстронг не мог. И, в общем, он смирился и вел себя тихо. Вот это один из примеров. Таких примеров было очень много. Джазмены имели заработок, но полностью зависели от гангстеров. Те могли делать с ними что угодно, но, тем не менее, джазмены могли играть хоть где-то. Хоть даже в таких страшных подпольных условиях, если вы видели фильм «В джазе только девушки», вот там это очень подробно описано, как это все происходило. Ну, в общем, я еще вернусь к этому вопросу, а сейчас я хотел бы начать уже играть пьесы, которые относятся к тому периоду, вот к тем 20-м и 30-м годам, когда джаз звучал вот в этих самых в нелегальных каких-то кафетериях и развивался успешно, выходя даже, люди зарабатывали все деньги на то, чтобы оплатить запись, там, выпустить какую-то патефонную пластинку. Я приглашаю на сцену моих новых друзей, это ансамбль, который называется «Фортуна Брасс Бэнд».
мы начнем с самых ранних пьес, собственно, которые положили начало развитию джаза. Это, в общем, были рэгтаймы и был стиль Диксиленд. И вот сейчас вы услышите одну из классических джазовых пьес, которая относится еще к временам, еще до введения сухого закона, еще к XIX веку, к Новому Орлеану. Это Tin Roof Blues. Классические музыканты, когда послушали, где-то услышали эту музыку, считали, что это просто какой-то рев, и долго эта музыка не продержится, и считали, что мода на нее пройдет, и все. Некоторые, даже ученые, подключились к этому процессу, так как это было в Советском Союзе с рок-музыкой. Они утверждали, что она плохо действует на спинномозговую жидкость, и человека делают просто уродом, и доказывали это при помощи научных методов. Ну, а один из архиепископов в своем специальной конференции была посвящена развитию вот этих джазовых танцев, он сказал, что
опасная тенденция возникла, то есть рождаемость у низших слоев населения повысилась, а у ВАСПов стала падать. И это говорило о том, что Америку ждет культурное вырождение. И это вот больше всего беспокоило этих ВАСПов. Но тем не менее, все продолжало. И вот сейчас вы услышите еще один такой настоящий хит, который идет еще из глубины там, 19 века, когда в Новом Орлеане плавали такие джазовые пароходы, и там играли первые эти диксиленды, которые даже тогда и диксиленды не назывались. И прозвучит вот один из таких традиционных таких хитов, связанных с рекой Миссисипи. Веке, когда образовались оркестры, которые обслуживали эти похороны. Значит, когда шли на кладбище, они играли мелодии грустные, а потом, когда возвращались с кладбища, играли те же мелодии в очень быстром темпе и очень весело. И это стало нормой. Возникли такие марш-бенды. И вот сейчас прозвучит одна такая мелодия, которую она принадлежит классику диксиленда Скотту Джоплину. К сожалению, его записи даже не сохранилось, поскольку тогда просто в 19 веке еще не существовало вообще записи. Только дошли какие-то слухи про него. И вот сейчас прозвучит так называемый «Sensation Reg». Вообще Скотт Джоплин считается создателем музыки вот стиля «рег», «регтайм», «рваный ритм». Вот это замечательное произведение, которое вот сейчас вы услышите, так оно и называется «Sensation Reg». Thank you.
несколько иного толка. В этот момент джаз разделился, уже начал разделяться на две категории. Настоящий джаз и сладкий, развлекательный. Потому что не все хотели идти против ВАСПов и пытались как-то писать музыку, которая бы их устраивала. И, в общем, такой коммерческий возник джаз. И вот сейчас прозвучит пьеса, которую написал Арт Кэссел и назвал ее «Кэсс Сонг». Это типичный образец вот такого вот танцевально-коммерческого, уже белого джаза. Итак, Арт Кэссел, «Кэсс Сонг». В Советском Союзе начали сочинять какую-то музыку, то она была очень похожа вот на то, что мы сейчас исполним. Это песня, которая называется «It's a Girl». А у нас были такие вот до войны песенки, очень похожие. Например, там «Любители рыболов», такая старокадомская песенка была. И вот послушайте, как звучали эти мелодии тогда. Thank you.
популярными, дошли уже даже до Европы, а потом проникли даже к нам, в Советский Союз. Многочисленные песни, которые я уже в детстве слышал после войны на пластинках, которые, кстати, у нас патефоны издавались. Вот сейчас прозвучит одна из таких очень популярных мелодий. Она называется «From Monday On». Начинаем с понедельника. Историю одной из таких мелодий, которые долгое время я считал еврейской народной мелодией. На самом деле она принадлежит композитору, которого звали Шалом Секунда. Он жил в Нью-Йорке и сочинил ее, в общем, в 1932 году для мюзикла, который исполнялся на идыше. Можно перевести название этого спектакля, где, значит, можно было бы жить, да не дают. Вот такое было название.
И он был поставлен в Бруклинском районе в Роланд-театр. И в 1937 году, когда песня исполнялась на идише дуэтом уже черных певцов в Аполло театре в Гарлеме, ее услышал молодой музыкант Сэмми Кан. И увидев, каким успехом пользуется эта песня, он решил создать свинговую версию на английском языке. И вот 24 ноября 1937 года песню на новый английский текст уже Кана и Чаплина записала на фирме Decca Records малоизвестное тогда трио сестер Эндрюс. И от первоначального текста остались лишь названия «Баймир без душен». Это вот такой идиш, ну, в общем, похоже на немецкий. И песня очень скоро стала хитом в Америке, а сестры Эндрюс стали знаменитыми. И она была переведена на многие языки, в том числе и на немецкий. Даже в нацистской Германии она некоторое время была популярна, пока не выяснилось ее еврейское происхождение, после чего она была запрещена. Но популярность очень скоро дошла и до Советского Союза. И в 1940 году под названием «Моя красавица» ее записал в инструментальном виде Ленинградский джаз-оркестр под управлением Якова Скоморовского. И на данный мотив появились еще и пародийные всякие тексты, уже дворовые. Это я уже застал в послевоенное время. Это «Старушка не спеша дорожку перешла», а еще был «Красавица моя, красива, как свинья». Это уже на эту же самую мелодию. И вот в 1942 году Анатолий Федоровский, поэт, написал русский текст. Это шла война, и уже все знали о Холокосте. И Утесов спел эту песню как бы назло вообще нацистам. Еще с Ленинградской битвы не было, а он уже пел, значит, про Сталинград. Ну, я не буду долго рассказывать. Сейчас мы исполним вот эту песню так, как ее тогда напел в 43-м году Леонид Осич Утесов. Она называется «Барон фон дер Пшик». Русский шпик давно уж собирался и мечтал. Любил он очень шик, стесняться не привык, заранее о подвигах кричал. Орал по радио, что в Сталинграде он, как на параде он и ест он шпик. Что ест он и пьет, а шпик подает под клюквою развесистой мужик. Барон фон дер Пшик забыл про русский штык, а штык бить баронов не отвык. Барон фон дер Пшик попал на русский штык, не русский, а немецкий вышел шпик. Мундир без хлястика, разбита свастика, а ну-ка, властика, на русский штык. Барон фон дер Пшик, ну где ж твой прежний шик? Остался от барона только пшик. Капут! Ну и, как я уже говорил, во дворах появилась масса всяких версий, вот в том числе «Старушка не спеша дорожку перешла, ее остановил милиционер. Вы не послушали, закон нарушили, платите, бабушка, штраф 3 рубля. Ах, боже ж мой, ведь я иду домой, сегодня мой Абраша выходной, несет он в сумочке 4 булочки».
бутылку водочки и хвост селедочки. И дальше началось перечисление продуктов, которые в каждом дворе было свое. Это мы, мальчишки, пели уже в 44-м году, распевали. Это была любимая песня дворовых московских мальчишек. Знаю, как в других городах, в Москве это... А еще была замечательная там, красавица моя, красивая, как свинья, но все же она меня милее всех. Вот. И, кстати говоря, на эту мелодию появилась одна из пионерских песен в Кейптаунском порту. И вот недавно я узнал, что, значит, она называлась либо там Жанетта, либо в Кейптаун. Ее написали, значит, ученик 9 класса 242-й ленинградской школы Павел Гендельман. И сначала они просто с одноклассниками ее пели, потом она вдруг стала таким шлягером. И, в общем, тоже советую как-нибудь найти, я записал ее тоже на одной из своих пластинок в Кейптаунском порту, с пробоиной в борту Жанетта заправляла такелаж и так далее. Вот, и в общем, так вот и вот эта песня, она облетела вообще в Советский Союз в мгновение ока. Ну а сейчас в заключении первого отделения вы услышите один из хитов вообще мирового класса. Эта песня называется «Sing, Sing, Sing». Ее вообще-то сочинил, я думал, это тоже какая-то такая мелодия. Значит, у нее есть автор. Это трубач Луи Прима, который сочинил ее в 36 году и назвал ее первоначально «Sing, Bing, Sing». Он посвятил ее Бингу Кросби, певцу, с которым он сотрудничал, но ему посоветовали ее все-таки переделать. «Sing, Sing, Sing» она называется. И, в общем-то, она ассоциировалась у меня всегда с названием одной из самых суровых американских тюрем, которая «Синг-Синг», но не через тире пишется. И я выяснил, откуда это название пришло. Оказывается, она, эта тюрьма, была построена еще в 19 веке на месте индийской деревушки недалеко от Нью-Йорка, которая по-индийски так и называлась «Синг-Синг», что означает «камень на камень». Вот. И когда ее сломали, то так и назвали эту тюрьму. Она славилась жуткими строгостями. И там был электрический стул, на котором казнили основных мафиози, всяких маньяков и политических людей. Чита Розенберг там была, значит, казнена. И Ильф Петров в 36 году, когда путешествовали по Америке и написали свое эссе «Одноэтажная Америка», описали свой визит в Синг-Синг и вот этот электрический стул. И смертная казнь была отменена только где-то в 60-е годы. Вот. А песня эта стала с легкой руки Бенни Гудмана, который ее исполнил в 1938 году в Карнеги-Холле, и где соло на барабанах играл Джим Круппа, и эта пьеса звучала, это был рекорд, 12 там, с половиной минут за счет его соло, и еще вдобавок, благодаря этой пьесе «Sing, Sing, Sing» появились новые ударные инструменты. Джим Круппа решил добавить кучу всяких еще прибамбасов к своей ударной установке, с тех пор они стали стандартным набором для всех барабанщиков. Вот такая замечательная пьеса, которая так и называется «Sing, Sing, Sing». We'll be right back.
Fortuna Brass Band. Руководитель коллектива Александр Шаталов, труба. Станислав Горлинский, труба. Олег Романов, тенор, тромбон. Леонид Николаев, тромбон. Алексей Садовов, туба. И Виктор Коновалов, барабан. А также Алексей Козлов, саксофон. Спасибо. Ну а теперь давайте сделаем небольшой антракт. Так, дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Но перед тем, как мы начнем второе деление, мне хотелось бы рассказать о том, что будет сразу после нас. Я думаю, что вам повезло, потому что совершенно случайно в Москве оказался замечательный коллектив, который вообще проездом из Ярославля уже за рубеж направлялся, и вот они решили выступить сегодня прямо после нас. Это, на мой взгляд, один из уникальных таких проектов. Он называется «Лига наций». Его создатель – это ярославский саксофонист, которого зовут Стас Майнугин. И его идея вообще этого проекта – это вот такой настоящий фьюжн, то есть сплав самых разных стилей, но имеющих этнические корни. В общем, это практически как бы такой world music. И вот в их в программе сплетаются как джаз, так афро-латино, русская музыка и еврейский клезмер, и фанк, и французский шансон, и молдавская дойна. То есть такая вообще очень богатая смесь. И причем, в общем, это инструментальная музыка. Причем они поют и на русском, и на английском иногда, на идиш, на дуало, суахили и других языках, когда поют. В общем, вот такой интересный коллектив. И я могу вкратце сказать, кто там играет. Это вот сам Майнугин на саксофонах, на флейте, на клавишных и вокал. Значит, его, очевидно, брат Вадим на рояле и на электропиано. Александр Соколов из Ярославля играет на аккордеоне. Значит, камерунский бас-гитарист и вокалист Даниэл Лепети и Александра Могилевич из Нью-Йорка, который играет на ударных, на перкашен и вокал. В общем, и еще один есть так называемый special guest, то есть специальный гость, Пхарата Райношек из Чехословакии. Он музыкальный руководитель всех проектов известных чешских музыкантов, таких как Феликс Словачек или Карел Гот. Он играет на трубе, на флейте, на саксофоне и инструменте, который называется раги. Вот такое вас ждет после нашего выступления. Не расходитесь. Я думаю, что вы будете только довольны. Ну а сейчас мы продолжаем нашу программу. И мы начнем с одной из популярнейших танцевальных мелодий. В данном случае это уже английские пошли оркестры. И вот сейчас прозвучит песня, которая называется «They, You Call It a Madness». Thank you.
to be faithful by all the stars above. And now you call it madness, but I call it love. My heart is beating, it keeps repeating for you constantly. You are a needing, and so I'm pleading, please come back to me. You made a play out of a romance, what were you thinking of? Now you call it madness, but I call it love. Очень популярная песня, уже тоже английский коллектив, это оркестр Джеральда. Ее исполняли уже и в Америке, и она пересекла океан и стала популярной, и даже издавалась у нас под названием просто «Хорошо» на пластинках довоенных. Там не писали, кто автор, чего, просто хорошо и все. Вот на пластинках такой. Вот. Итак, «Окей, Туц» она называется. Thank you.
like me, like we know nobody. It's okay, too. Okay, too. If you say yes and I say yes, then you say no that I am no. It's okay, too. Очень популярная мелодия, которая вообще звучала уже на советских танцплощадках. Ее любили советские люди. И, кстати, многие современные фильмы, посвященные довоенным временам, режиссеры используют именно эту мелодию, которая называлась «Слишком много слез». На самом деле она называется «Too many tears». И вот сейчас мы ее исполним как раз в том виде, в котором ее тогда слушали советские люди в довоенные времена. I gave you everything, and in return,
What did you leave for souvenirs? Too many tears. Сейчас вы услышите такой традиционный джаг. Он называется Little Brown Jag. Это традиционная диксилендовская пьеса, которую, кстати говоря, уже стали использовать в конце 30-х годов популярные биг-бенды, такие как оркестр Глена Миллера. Вообще, вот где-то в конце 30-х годов это было время так называемого revival. То есть когда почему-то возник опять интерес к диксилендам. И тогда к этому подключились и даже биг-бенды, стали исполнять диксилендовские композиции. И вот сейчас прозвучит одна из таких пьес, которые стали хитом уже даже в 30-е, в начале 40-х годов. Я ее впервые это услышал в исполнении оркестра Глена Миллера. Итак, маленький коричневый горшочек. Thank you.
услышите еще один хит из такой настоящей традиционной негритянской музыки. Она вышла вообще из глубин еще духовных песнопений, госпелс. И называется она «Когда святые маршируют». Обычно вот ее исполняли тоже на похоронах. И это означало, что они провожают покойника, что он вместе со святыми отправляется в рай, а не куда-нибудь. И эта пьеса стала просто таким уже стандартом стиля Диксиленд. Итак, «When the Saints Go Marching In». Вокалисты «Фортуна Брас Бэнд». Ну и хотелось бы закончить наше второе отделение красивой музыкой, которая тоже развлекала советских людей в предвоенные годы. Дело в том, что в это время джаз в Советском Союзе был не запрещенным, наоборот. Его сделали средством пропаганды идей социализма. И возник так называемый советский джаз. Это своеобразная такая была музыка, но это и не эстрадная была музыка, а именно вот какой-то был джаз. И выяснилось, что у нас очень много талантливых есть исполнителей, композиторов. И наиболее талантливым из них был это Александр Варламов. Он создал джаз-оркестр при радиокомитете и... В общем, он долгое время никаких репрессий к нему не применялось, правда, во время войны его все равно посадили. И он вышел где-то уже после войны и продолжал свою деятельность. Он был энтузиаст джаза. И вот сейчас хотелось бы исполнить две песни. Дело в том, что сам он не просто дирижировал оркестром, он писал аранжировки. И он еще сочинял слова к песням и сам их пел. И вот сейчас прозвучат два таких хита советских, которые, в общем, запали мне с детства, и я их помню, потому что в послевоенное время тоже где-то на патефонах во дворе их заводили. Несмотря уже на запрещенность джаза, все равно советским людям хотелось после войны веселиться и отдыхать. И вот сейчас прозвучат две замечательные песни. Первая называется «Луна», вторая «На карнавале».
Моря вон море, жемчужная луна. Луна, твой свет дрожит в тумане, он вдаль лучами манит. Твой бледный свет, луна, нас двое в пустой аллее, и нежность ночь полна. Волна на рассвете олеет, скрывается в море луна. Луна, твой свет дрожит в тумане, он вдаль лучами манит. Твой бледный свет, луна.
Спасибо вам большое. На этом позвольте нам закончить наше выступление, поскольку нам надо еще перестроить сцену, и я вас приглашаю на следующий спектакль «Лига наций» вас ждет. Спасибо вам большое.